Итак, презентация ваша на 30 секунд. Так, ну, вы можете больше, но если получится на 30, хорошо. Итак, сейчас 19:47 на моих. Итак, начинаем. Презентация. Маленькое введение. Первый раз делаю презентацию только по вашей просьбе. Окей. Придумала за буквально 2 минуты, что мне делать. Угу. Я хотела бы вас познакомить с таким замечательным временем и возможностью сделать свою жизнь лучше, как лето. Что мы знаем о лете? Лето – это прекрасная пора. Лето – это солнце, это тепло, климат. Это очень красивая природа, много цветов, бабочек. Это теплое море, речки, и любой водоем рядом становится привлекательным, несмотря на обилие комаров. Лето – это возможность взять отпуск, иметь свободу и сделать что-то, что ты никогда до этого не делал. Сделать что-то новое, какой-то первый шаг к своей мечте. Ты можешь путешествовать, ты можешь завести новых друзей, ты можешь начать новое дело, прыгнуть с парашютом, даже если захочешь. И у тебя все получится, потому что просто ты этого ждешь, ты на это настроен. И таким образом лето принесет тебе пользу. И если это все подытожить кратко, торопись провести лето с пользой, пока оно не прошло само. Счастья, любви, тепла. Браво, браво! Как, ну просто в десятку, Екатерина, просто в десятку. Благодарю. Кажется, на какие-то вот такие невысказанные мечты был дан ответ. Даже, может быть, даже и не подумали о том, что это могут быть мечты. Но вот сейчас, в данный момент, это почти что мечта, потому что выехать очень мало то, что небезопасно, а вообще сложно, и возможно ли вообще выехать? Вот этот ребус приходится решать, настраиваться, И действительно новые возможности, и действительно новый проект. Ну, браво, я не знаю. Вы сделали мой вечер, Катерина. Благодарю. Ну, в общем-то... Да, в общем-то, здесь я хотела бы уточнить, вот именно для какой части населения... Вот эта презентация. Это может быть туристическая фирма, которая предлагает какие-то услуги, или же что-то еще. Ага. Я думаю, что эта презентация подходит для обычного обывателя, который сидит и думает, ну что такого вот в лете, ну обычный день между весной и осенью, а потом будет Новый год, классные подарки, а что же летом делать? И вот, а тут моя презентация. Действительно, море, солнце, бабочки, комары, все, что хочешь, тепло, прекрасно, много цветов, это замечательно. Вот слушать вашу презентацию всегда быть с летом, со светом и с прекрасным настроением. И с прекрасным настроением. Очень нравится ваша оценка. Да, взаимно, Екатерина, взаимно. Ну, так как у нас уже сегодня поздно, может быть, мы на сегодня завершим нашу встречу, я предлагаю, и потом... сделаем новую. Еще хорошо, до новых встреч, Екатерина. Вы супер. Благодарю, Яна. Вы супер. Благодарю вас. Вы меня вдохновили. Спасибо.
Отлично, вы меня тоже очень вдохновили. Благодарю. До новых встреч, Екатерина. Окей.